За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка, це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Неоспоримую победу в матче против киевского хоккейного клуба «Льдинка Компаньон» одержала команда «Донбасс». На ледовой арене «Альтаир» в Дружковке дончане выиграли со счетом 12-0. За разгромом гостей наблюдали наши корреспонденты. За несколько минут до финальной сирены счет на табло 12-0. Дончане разгромили киевский хоккейный клуб «Льдинка Компаньон». Но публики мало. С заполненных до отказа трибун Дружковской арены болельщики «Донбасса» требуют еще. Если в первом матче с «Донбассом» киевлянам удалось забить две шайбы, во второй игре наш вратарь Евгений Напненко сохранил ворота сухими. Следующий раз с Харьковом, да, с Витязем, ну, на их арене. Тяжело будет, у них площадка поменьше, но я думаю, будем играть только на результат, только на победу. Соперники признают разницу в классе, говорят, играли предсказуемо от обороны. Вот команда молодая, поэтому как бы есть над чем работать. Много ошибок, но думаю, будем расти. Несмотря на разгромный счет, тренерский состав «Донбасса» не расслабляется. Главные игры еще впереди. Главное, стыковые игры, вот сейчас пойдут Харьков, генералы, вот это вот, там уже надо отвечать за свои дела, действия и вопросы тоже на ваши. Но на сегодняшний день это ребята младшие, которые они настолько могут, настолько стараются сыграть, как бы, ну, в обороне, наверное, скорее всего. На домашней арене с крупным счетом «Донбасс» побеждает уже в четвертом матче подряд. Соперники признаются, половине клубов некого выставлять против опытных донецких хоккеистов. Говорят, что молодым спортсменам негде играть с ровесниками, поэтому они вынуждены выходить на лед против профессионалов. Есть провалы возрастные, провалы в мастерстве, во всем. Но должны точно так же думать о молодежном, о юношеском и детском хоккее. Для того, чтобы у нас таких провалов не было, нужно повышать уровень детского хоккея. Тогда эти ребята будут расти и смогут заменить остальных. Пока же бороться на равных с хоккейным клубом «Донбасс» за золото чемпионата Украины могут единицы. Команда лидирует, но на пятки дончанам наступают киевские генералы. Обе команды имеют по 15 очков, но киевляне уступают по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».